Guys, с вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди, моя творческая студия позитивного мышления и сила позитивной мысли. Ну что, мы поговорим на языке любви, на языке процветания, на каком-нибудь философском языке книги «Государь», которую я загрузила на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна Мактум, Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфудин через дефис. Так что вот. Или мы поговорим на юридическом языке. Обратили внимание, я там сделала комментарий на вчерашнее или позавчерашнее видео Натальи Борисовны Правдиной. Она сказала, что она считает себя волшебницей и феей. На медицинском языке это звучит санитаров из Скворцова-Степанова, короче, это диагноз, короче, туда, в психушку, в Скворцова-Степанова это называется. Я готова с вами обсудить в уголовном процессе этот вопрос. Так что вот. Они так и стояли вот здесь вот в углу и говорили, вы считаете себя, как там, богиней, вы считаете себя феей? Туда. Скорую уже вызвал Мирзаев. Так что вот. Но факт остается фактом, как я вам и написала. Разница только в том, что она 20 лет преподает, она при бабле, при деньгах. Кто ж к ней поедет-то нахуй? Когда она продала 10 миллионов книг. Или 20 миллионов книг. И путешествует 20 лет по всему миру. И несет знания, что она фея, что она волшебные палочки делает. Так что вот, зарабатывает на этом большие деньги. Я с вами готова это обсудить в уголовном процессе. Так что вот. Других претензий у них не было. Так что вот, короче, нахуй называется, на 2 месяца будут травить таблетками. Так потравят, а потом скажут, посмотрите, она даже сумасшедшая же. Вы что, не видите, что ли? Так что вот. Также я вам загрузила этих космонавтов, которые видели НЛО, и также, как он там этот, Кирсан Илюмжинов, который беседовал с инопланетянами, которые причалили к нему там на каком-то высоком этаже. Я так понимаю, что это все такие там при должностях, при деньгах, при охране, кто же к ним подъедет? Это в двух случаях можно подъехать. В одном случае это нахрен никому не надо. Это во-первых. Это можно подъехать только в одном случае. Если хотят что-то отобрать, понимаете? Если это связано с чем-то отъемом, имущества, собственности и так далее. А так это нахрен никому не надо. Кто там себя считает? Готэм, короче, там этих, короче, что-то там на кладбище кто-то ходит. Там различные течения. Готы, там еще что-то такое. Сатанисты. Так что вот. Вот такие вот дела. Сейчас видео я там засняла, мне сейчас загружают, сейчас это тоже загружу.